Стартовал всероссийский конкурс «Семья и будущее России» для журналистов федеральных и региональных СМИ, который проходит в рамках программы «Святость материнства». Фонд Андрея Первозванного и Центр национальной славы, который организует конкурс вместе с Роспечатью и Союзом журналистов России, выделят 1 000 000 рублей на поддержку в СМИ семейной тематики. Работа на конкурс принимает до 15 июня. Каждому участнику необходимо предоставить не менее 10 материалов, опубликованных с 1 мая 2013 года по 10 июня 2014 года на семейные темы. В России всего около 6% семей имеют троих и более детей. По данным социологов, для сохранения современной численности населения России необходимо, чтобы доля многодетных семей была не менее 50% от общего числа семей.